Всем добрый день, милые дамы, уважаемые подписчики, с вами Ольга Ищихи, и сегодня в видео будет розыгрыш, потом посмотрим, что я купила на барахолке внимательнее, и анонс розыгрыша. Итак, розыгрыш. Напоминаю, что комментарий, написанный под видео, где написано вот так вот, розыгрыш, анонс розыгрыша, участвуют в розыгрыше. В общем, масло масляное. И призами в этот раз будут и есть шкатулка вот такая беленькая. Чуть уберу, потому что фокус размывается. Или камея вот такая вот, тоже беленькая с черненьким. Вот. Победительница предыдущего розыгрыша, девочки, выбрала брошь. Бусы в продаже. Это сатиновое стекло, это Чехия, Чехословакия, то есть. И это винтаж. Вот. Бусы в продаже. Ну, а сейчас пробуем определить победительницу победителя. Итак, копируем ссылку, поделимся ею, копируем, в общем, и туда-сюда. Вот. Итак, девчонки, вставляем ссылку и выбираем победителя. Так, быстренько, я не робот. Велосипеды. Раз, два, три. Вроде все, подтверждаем. Ой, не все изображения. Так, раз, девочки. Так, что такое? Автобус. Раз, два. Подтверждаем. Так, да что ж такое? Раз, два. Подтверждаем. Новое изображение. Сколько мы будем новое изображение с вами смотреть? Так. Та-дам! Девочки, есть! Вера. Сейчас опять. Вера Круглянская. Так, Вера Круглянская, девочки. Так, замечательная камея, а шкатулку такого цвета вижу впервые. Итак, Вера, с долгими продолжительными боями с рандомайзером мы наконец-то вас увидели. Ура, девочки, я очень рада, потому что, в общем, ладно. Вера, я вас поздравляю. Еще раз показываю призы. Та-дам, шкатулка или камея. Выбирайте, пишите мне, пожалуйста, в личку, пишите мне вайбер, ватсап, телеграм, плиз, потому что я выслала в Прибалтику, девочка мне, одна написала телефон в Риге, все нормально, брошь дошла, а вот вторая девочка, тоже победительница, она не написала мне телефон, я выслала посылку, и не знаю, что там. В общем, как-то так. Пожалуйста, Вера, пишите мне в личку. Вот. Я вам вышлю или брошь, или шкатулку. Девчули, сразу всем скажу, высылаю после Нового года. Я вчера была на... Ой, девочки, на почте я стояла час. Скажу, все высылают. В этом году еще, с Украины ребята тоже всем все высылают. И у нас, и по Чехии, это я по Чехии, девочки, а по Чехии по 10 дней идут на почте посылки всеми видами. Я уже и баликовную, и засылковную. Короче, там у нас 151 вид, 151 возможность передать посылку по самой Чехии. В общем, девочки, Рождество, никто ничего не успевает. На почте очереди, просто непередаваемо. Я вчера посылку отправила и сказала, все, на этом мы заканчиваем до Нового года. И не факт, вот я ее отправила, и не факт, что она будет там, куда-то пойдет. Скорее всего, будет там вот так вот лежать. Итак, Вера, я вас поздравляю. Поздравляю вас, выбирайте приз, а все остальные, сейчас мы посмотрим с вами барахолку, что я там купила, и дальше анонс розыгрыша. Итак, девочки, с победительницей, слава богу, выяснили. Еще раз поздравляю. А дальше покажу, что купила на барахолке. Итак, 15 евро такие бусы ожерелья. Девочки, это Чехословакия. Ой, при Чехословакии. Вот так поближе. Бисер, бусины, все стекло, застежка и так далее. И еще я купила по
Покупок было всего лишь две. И еще кулон вот такой вот. Что-то у меня все. Опа, и криво-косо. Так, сейчас, момент опять. Вот так вот лучше видно. Это тоже Чехословакия. И под этим видео под барахолками написали: «Оля, вы же это не будете носить». Да, девочки, я не ношу такие украшения. Но есть те, кто носит. Но в основном такие украшения покупают девочки, которые коллекционируют. Ведь это не просто подвеска, да, к ней идет еще брошь и клипсы. И бывают эти подвески, эти бижутерные наборы в разных цветах. Белый есть, есть темный, темно-коричневый с темными такими подвесочками. Вот это тоже сейчас темная. Есть с розовыми подвесками, есть с бежевыми. Девочки, вы понимаете, цена самой, самой вот такой подвески, когда она одна, 10 евро, да? Но когда это набор, ну, уже цена другая. А когда это собрано, как бы коллекция, ну, собрано несколько, в нескольких цветах такие наборы собраны, то там вообще другая цена вопроса, понимаете? То есть кто-то коллекционирует, чтобы душу радовала, а кто-то делает на этом, ну, зарабатывает. И это все прекрасно, и то, и это. Опять же, эти бусы, смотрите, они есть у Аллы Юг в розовом цвете такие. Они есть в коричневом, в синем, в зеленом. Девочки, это тоже все коллекционный предмет. То есть не все коллекционируют Найгер, кто-то коллекционирует вот такие бусы. А зачем, если не носишь? Девочки, ну, у меня в квартире мышей нет, но кота я держу, да? То есть польза от него, в принципе, минус ноль. Да, мышей он не ловит, но, тем не менее, я трачусь на его там содержание, всячески его люблю, за ним ухаживаю, потому что, ну, зачем? Для души. Вот зачем мне кот? Зачем мне бусы? Да, по-моему, вот это все где-то рядом. Ну, потому что. Вот такой ответ. Вот потому что. Итак, девочки, даже если я это не ношу, это ничего вообще не значит. Кто-то носит, кто-то коллекционирует, девочки. Не все нужно так прямо брать и носить. А теперь, девчонки, выяснили с барахолкой. И вот у меня тут еще есть распродажа по 5 евро, девочки. Бусы стекло, я на себе их показывала, всячески крутила. Смотрится, между прочим, хорошо. Вот так вот замочек. Вот, девчонки, 5 евро. И дальше все, что буду показывать, все будет по 5 евро. И, но для начала, девочки, сейчас вам опять покручу. Немножечко, упс. Вот эту штуку отсюда уберу, подровняю и приступаем к распродажам. Итак, 5 евро, вот такая брошь. Фотки все есть на Instagram, ссылка на Instagram под видео. Номер телефона Viber, WhatsApp, Telegram также под видео есть. Дальше, вот такая брошь. В общем, девочки, все, что буду показывать, всего фото есть на Instagram. В Telegram все есть, Viber, WhatsApp, Telegram также там, написан под видео, все ссылки есть. В общем, все, что показываю, по 5 евро. Дальше, девочки, посылки больше не отсылаю до Нового года. Я вчера была на почте. Мама дорогая, я там простояла 45 минут, чтобы отправить посылку победительнице, да? Все, девочки, не-не-не, что вы. Вот я еще новой почтой отправлю на Украину. И на этом все. Дальше оно бессмысленно. Даже если я отправлю, ничего никуда не уйдет, только еще и потеряется. Вот. Поэтому отправлять не буду. Что это такое? Вот такая брошь. Хорошая, между прочим, брошь. Все по 5. Булавка и так далее. Поэтому отправлять, девочки, не буду. Оп. Вот как-то так. Еще одна брошь. И из этой серии вот такая. Вот, показываю. И еще в стиле арт-деко вот еще у меня есть. Девочки, не переживайте, есть еще одна. Вот, смотрите, замок. Что не смотрите, не смотрите. Фокус все-таки подплывает и все. И вот такая. Вот.
Конечно, не в идеальном состоянии, девочки. И вообще, что вы имеете в виду, когда спрашиваете меня, она в идеальном состоянии? Что значит в идеальном, девочки, поношенная вещь в идеальном состоянии? Я новую брошь, когда покупаю, непосредственно новую, да, вот свежесделанную. И то не надеюсь, что она в идеальном состоянии. Откуда такая вообще... Откуда это в идеальном состоянии? Девчонки, ну, может, где-то есть в идеальном состоянии, но у меня в идеальном состоянии ничегошеньки не бывает. Поэтому ничего в идеальном состоянии, если вы ищете, у меня нет, вам не ко мне. У меня все БУ, все желательно винтаж, а если не винтаж, то спаянное вручную. И там об идеальном состоянии речь не идет вообще, вообще. Поэтому... Никакого идеального состояния у меня в украшениях нет. Вот смотрите, тут я сильно собиралась вставить кристалл АБ, решила, продам ее за 5 евро, но так мне лень вставлять, ничего не буду. Ну, а кто-то, девчонки, поставил себе и радуется, а что? Вот такая брошь очень интересная, смотрите, с марказитами, не так себе. И вот обратная сторона, очень хорошая-прихорошая. Так, вот это... Вот-вот-вот, такой виноград. Тоже напоминаю, что всего по 5 евро. Вот такая брошь. Девочки, показываю не сильно там, прямо вы показываю. Все это уже показывалось, все это уже кому надо, тот видел, да? Может, просто цена не подошла или там, не знаю. Но я уже это все показывала, на Инстаграм все это есть, поэтому, ну, покажу, что... Что просто продаю и все. Так, вот еще такая. Хорошенькие они, эти брошечки. А вот, вот такая. Смотрите. В общем, рождественская распродажа. Вот это мне нравится. Не знаю, мне кажется, она нравится только мне. Но сам факт. Вот еще с марказитами бантик. Ну, кто бы еще застегнул бы. Но сам факт, девочки. Вот такую за 5 евро тоже продаю. Еще раз, я не там, ну, не буду так кратенько минут на 40 их показывать, потому что они уже были показаны. Карловарская мозаика, вот эта расцветка называется. Итак, все, что показала, девочки, все 5 евро. А, господи, вот еще. Вот. Браслетик Бейзель, вот такой. Это вещь не винтаж. Ну, показываю тоже, кто хочет, кому нужно, девочки, кто любит. Вперед по 5 евро. Итак, по 5 евро показала. Находки с барахолки тоже показала, рассказала. Вот, пожалуйста, 10 евро. Кулон, медальон, подвеска. Кому нужно, девчонки, покупаем. Но по ссылке буду отсылать, скорее всего, после Нового года, с 3 числа. Тут начинается рабочий день, дети идут в школу. Ну, в общем, сразу как отпразднуем, так сразу и начну высылать. Так, что еще хотела сказать, что такое умное и забыла. Ладно, девчонки, теперь анонс розыгрыша. А, вот еще, бусики, 5 евро. Анонс розыгрыша. Итак, призами к розыгрышу. К следующему розыгрышу до Рождества или на Рождество я попытаюсь, упс, и розыгрыш сделать. Итак, призы. Такая брошь. Вот она. Состояние у нее очень хорошее. Брошь возрастная. Посмотрите на замок. Вот как тут посмотреть на замок? Я все закидала распродажей. Иголка ржавая. Ну, ее чистить надо, девочки. Кто этим занимается, для того не преграда. А сама брошь, конечно, в состоянии Алис и Диалис. Смотрите. Хорошая. А иголка, да, где-то как-то вот она так лежала. Сама ничего, иголочка, упс. И на выбор такая брошь. Они две разные. Это помоложе, мне кажется, брошь. Это постарше. У этой состояние получше. Вот. Фиксатор все на месте. Итак, девочки, на... Призами к следующему розыгрышу будут вот две таких броши. Показываю. Бусы хотела, но бус у меня, девчонки, почему-то нет. Не знаю почему.
то их было много. Я в прошлом году думала, бусами буду елку украшать. А в этом году как-то упс и нету. В общем, девочки, пишите комментарии, участвуйте в розыгрыше. Напоминаю, что и комментарии, которые написаны под видео с анонсом розыгрыша, в розыгрыше участвую. Победительницу у победителя мы выбираем с помощью рандомайзера, с боями, но ничего, все равно мы выбираем, не сдаемся. И победительницу этого розыгрыша я поздравляю еще раз. Камея, шкатулка, победительница предыдущего розыгрыша, брошь я вчера отослала, тоже с боями, выбрала брошь, бусы, сатин в продаже. Итак, девчонки, все, что могла, показала, уважаемые подписчики, милые дамы, желаю всем прекрасного настроения, участвуем в розыгрыше, покупаем украшения с распродажи, кстати, распродажа брони нет, ну, а с вами была Ольга из Чехии. Всем прекрасного настроения желаю. Пока-пока.